А это как актрисы готовятся к анальному сексу перед съемками? Ох, ну кто как, не знаю, у каждого организм по-разному работает. Я раньше даже не ела, то есть я ела последний раз, типа в обед, ну да, за сутки получается, я не прекращала есть. И потом утром ты идешь, чистишься. Ну, клизмы это имеешь в виду всякие, да? Да, клизма, ты чистишься. А, то есть ты не ешь, прекращаешь есть в обед, да, предыдущего. Завтра у меня съемка. Вот, сегодня в обед будет мой последний прием пищи. А следующий прием пищи будет только, когда съемка закончится. Но это раньше я прям на панике была, потому что, ну, типа, такой конфуз вообще мало кто хочет. Ну, типа, не то, что конфуз, а это как не должно такого случиться. Ну и самой неприятно, и Ну, никому непрофессионализм не... еще, Ну, ну. типа, да, как бы нужно подготовиться хорошо, почиститься, вот. А сейчас, в принципе, есть какие-то таблетки даже. С Америки девочка приезжала, она ела постоянно, потом просто съедала таблетку, которая останавливает пищеварение, и снималась. Мне лучше не поесть, почиститься, отработать все, и потом поесть.